Съемка. Съемка пошла. Люба, звезда, Ютуба. Мне это что-то напоминает уже. Зачем тебе? Нет, я просто водичка. Мы не из тех, мы заставляем. Я шоколадный. Нет. Пути. Ты нормально прошла? Было страшно? Было страшно. Больше, которые не несли.
идет. Как бы третий, который, да? Который не вот так вот переложишься и лезешь, а который вот туда надо было посмотреть. Который третий, да, последний. Вот этот мне было немного страшновато. Потому что ты и вниз, и в бок. Прям. Интересно, что они сейчас все толпой сюда завалятся, да? Ой, нифига их там, мама не гонит. Да как это за автобус? Они нас не рассчитают, мы не упадем? Наверное, нет. Потому что придется нам скинуться, купить самим автобус. Ты кричать туда занято. Да здесь, будет не больно. О! Не высыпай. Алло. Да, мы кушаем. Спасибо. Да, здесь близко совсем. От одной видно. Да, короче, этот, припёр на целый автобус эти ребята, с которыми я ездила в прошлом году до вакансии. Ты не ждал, что ты будешь. Ну, да. Получается, ты их обогнали. Я поздравляю, что здесь будет налог, мама. Целой толпой. И, короче, сейчас я сюда полезу. Здесь такой домик, ну, на ногах, высокий, турический. Ты турический дальний. Как я вижу, что проходит. Я тоже так болтаю. Сейчас Люк откусит, что-то давай. Так мы говорим уже, он стоит в нашем месте. А мы же скушаем, здесь такой деревянный настил, прямо там в домике. Знаешь, такое, как пластиковое остекление, как металлическое остекление балконное, короче, вот такое вот. Да. Здравствуйте, еще раз. Ага. Так тихо было, пока я не могу никого. Я люблю это. Мы тогда шли и разговаривали. Мы очень люблю, когда маленькая компания. Получается все как-то, ну, не знаю, скомпоновано. Да, как-то все на одной волне. Да, все на одной волне. С ними я ездила сколько раз. Все это растягивается, все люди разные. Кто о чем говорит, кто что. Кто покушать захотел. Как-то, конечно. Наташу Родяка сейчас. Сашка тоже едет? Нет, еще работа.
когда этот еще Форд был. А у нас всех водителей, меня сколько? Коля, поехали, поехали. Ну, ты же молодец, забрал. Что тебе бензин полностью получается. Что? Можно яичко? Обязательно, это домашнее. Куда потише? Конечно. Ну, ты же пальчик. Куда-нибудь. Он этот график на столе цветают походы. Мы уже тык-тык-тык, ага, я на сундуки хотела съездить. На тропу предков, на тропу я с ним съездила. Туда-сюда. Потом бах, ни одной экскурсии нету. Ну как пошел в эту стезю свою эту, антиалкогольную. Мы тут с ним встретились, он меня звал. Тоже активисты. Я не представляю этого, что это мой образ жизни, это мое жизненное восприятие. Я это прошла просто, я знаю, что такое алкоголизм. Почему я должна ходить и людям говорить? Ты не пей, это плохо. Я Ира, я алкоголь. Да, я больше алкоголь. Я излечилась, и ты тоже сможешь излечиться. Что значит, тут у меня дома муж на выходном сидит и пиво пьет. А я такая хожу и людям говорю, это плохо. Я другая есть. По улицам ходят не красивые люди, да, такие, которые что-то какое-то прошлое есть. А такие настоящие такие алкоголики. С таким духовом. Описанное, и ко всем пристаю. Что? Братан, пойдем выпьем? Нет. Хочешь быть как я? Вот это будет больше. Показать, да. Чем когда я говорю, что я бывший алкоголик, мне люди не верят. Ты спортсменка. Ну что, уже время прошло? Еще не снимаете так? Пойти. Пожалуйста. А вроде не заставляли. Да, всегда он там весь. Вот это надо, кстати, вот я на телевизоре работаю. Утром когда иду. Там же 8 часов. Приходят все эти бомжи. Наши и начинают, просят подаяния. У нас фруктовики там выкидывают там фрукты тухлые. То есть они там-то куда нашпиляют, где-то есть точки на рынке, где бояркой торгуют. Все, они затариваются. Вот там реально смотришь просто отбросы общества. Мужики, которые с руками, с ногами. Раньше пытались там деньги просить. Я настолько грубая. Это вот единственная категория людей, с кем я разговаривала грубо. А вот и командора, что далеко ходить? Вон всегда. Я живу в этом я городе. Я гоняю уже постоянно. Бесполезно их выгонишь, они через 10 минут обратно. Так они бабла сколько там? С каждого. На рынке, вот там, дай полтинничек. Раньше у них была мода, типа автовокзал же. Я сам понимаю, что они сидят, пьют тут же и деньги просят. Да. Вот, говорю, пацаны с утра. Фура приехала арбузов в 6 утра. Они ее разгружают. Я говорю, сходи, разгрузи им фуру, они тебе сотку дадут. Проще-то просто руку протянуть, вот дайте просто так. Ты говоришь, иди поработай, а я работаю ну, поесть, часов на ногах. У меня так же, я бы могла с детьми время проводить, я вынуждена работать. Я работаю, ты работаешь. Ты, точнее, не работаешь. Руки-ноги есть и у тебя, от меня. Почему я должна дать свое, то, что я заработала, потратила свою жизнь на эту работу? Нет, уж извини. Мы тратим время, тратим свои силы. Одно дело, когда человек умирает с голоду, там, да. Купу хлеба ему купить, там, ну. Литр молока, это а совсем денег, другое. А денег, ну, да, и чтоб ты их пробухал тут же. Я так они тут же сидят, у них сбоку он стоит, там, смердяк пьет. Конечно. Вот это вот серый. Вставать неохота. Ну что так есть смысл вставать? Два часа ушло. Думаю, надо приготовить. Все перешать. Чай помить на огне. Что-то в России. Полгляд масло варился. Ну да, еще надо так взяшку. Я открываю. А, такая
лежу незаметно. Вероника, там еще на пятке есть? А, здесь уже очень. Я думала, здесь вот это. Здравствуйте. Количество людей ограничено или нет? А то вдруг провалимся. А, извините. Потому что повыше. Посмотри, тут даже вес видно. Да, надо сам даже повыше. Надо оно повыше. Спасибо. Спасибо. Взрывы, действительно близости к ГЭС.
у людей собирают земли. Это по телевизору уже показывали сейчас. То есть приходят, просто забирают. А кто вот же писал про это? Петицию подавать, подписи собирают? Собирают подписи, а толку нет. Никогда никого это не остановит. Кузбасс уже превратили в кошмар. У них постоянно будет черный снег. И когда ветра, они не могут дышать. Выгоднее строить именно открытого типа. И дешевле. И потом, когда обсыпались эти угольные шахты, не платить многомиллионные выплаты дронам погибших людей. Я не знаю, ладно, мы поживем, блин. Детей, внуков наших жалко. Поэтому это открытая мраморка. Да, она дает радиацию. Так мы живем в пластике. Наши пластиковые окна дома тоже дают радиацию. Почему-то мы не с деревянными живем, мы выбрали комфорт. Потому что сейчас деревянные стоят так же, как и пластик. Нет. И они еще и рассыхаются. У меня мама понтанулась, Майна на кухне поставила деревянный пластиковый дом. Уже меняла его. Перепад температуры у нас там на берегу Енисея, постоянная влажность. Все, я его расплела. Вот тебе под пластиковое сделано из дерева. Ну, флоп.